Большое спасибо. Я хотел бы с вопроса, поднятого господином Чубайсом, о том, что Россия в последнее время не догоняла западные страны. Я занимался исследованиями всех стран с переходной экономикой с начала 90-х. Россия единственная страна, которая с начала 90-х сократила разрыв с западными странами, а за последние три года этот разрыв увеличился. Но этот разрыв никогда не был закрыт полностью. Здесь много можно говорить, безусловно, что-то можно улучшить. Меня беспокоит то, что направление этой дискуссии приняло именно такой оборот. Изменения действительно были радикальными. Мы видели, Глубинные политические проблемы, санкции, замедление экономического роста или вообще некоторые падения по отраслям за последние пару лет, проблемы с видением, я глубоко уверен в том, что все эти явления ⁇ краткосрочные явления. Я очень надеюсь и полагаю, что политические трения последнего времени будут разрешены в разумные сроки, а санкции ⁇ это временное явление знаете, позерство такое, которое не продлится долго. Что касается рецессии, вы в рецессии, она временная. Это обычное явление для экономических колебаний. Рецессии следуют за несколькими годами быстрого роста. Я не говорю вам реагировать радикально на рецессию, но я хотел бы отреагировать на услышанные вопросы. Очень много вопросов поднималось о действиях государства, расходов. Государством много управления хромает. 15 лет назад в моей стране масса дискуссий велась о роли правительства. За последние лет 40 во Франции не удалось сократить отрыв от Америки. Он даже увеличился. У вас был хороший слайд здесь. Вы там сравниваете инфраструктуру по разным странам. Франция наверху. В то же время у Франции ухудшается инфраструктура ежегодно. И общая ситуация ухудшается. Знаете, я здесь не услышал в дискуссии того, Кого считают следующим Стивом Джобсом или Биллом Гейтсом в России? Этим людям не нужна инфраструктура, им нужна корпоративная структура, правовое поле, в котором они смогут стать богатыми людьми, самыми богатыми людьми в мире. Пожалуй, дискуссию следует повернуть в это русло и спросить себя, почему за последние лет 20 экономических преобразований в России не появилось такой глобальной компании одной, двух, трех. Спасибо.